Ивановские невесты продолжают покорять YouTube. Не успела еще утихнуть популярность Светы из Иваново, как в интернете появилась новая звезда. Так называемая блондинка с пистолетом. Инцидент произошел в конце прошлой недели на площади Пушкина. Главной героине за рулем Мерседеса помешала девушка, идущая по тротуару. Пешеход прижался к сугробу, но проезжая мимо, автомобиль блондинки все равно задел ее. Продолжение истории пользователи сети интернет уже знают наизусть. Девушка, нужно подвинуть свою задницу. Понимаешь, что нужно сделать? Ко мне к машине подходить, пристрелю. У меня пистолет, не подходи. Сипичка, блин, не надо. Иди, иди своей дорогой, иди, отойди с машины. Иначе я тебя пристрелю, прямо тут, сука. Пристрели-ка. Я тебе сказала, отсюда. Иди, сказала, отсюда. Иди, сказала, отсюда. Двигайся, сказала. Видео набрало за 4 дня более 50 тысяч просмотров. Но если Светлану Курицыну нежданная популярность в интернете привела на центральный телеканал, то здесь все гораздо серьезней. Сотрудники правоохранительных органов намерены привлечь автохамку к ответственности. Личность хозяйки «Мерседеса» уже установлена. Сейчас полицейские разыскивают ее оппонентку, чтобы возбудить против блондинки с пистолетом уголовное дело.